Расчет капитала. В этом видео детально рассмотрен алгоритм подсчета капитала участника. Капитал участника – это показатель того, какой объем средств участник имеет в проекте. Программы. Капитал учитывает средства, которые находятся в программах участника. Размер капитала программ участника вычисляется по специальной формуле, которая описана ниже. Предоплата. Капитал учитывает средства, которые находятся на счету предоплата, так как эти средства предназначены только для оплаты программ участника. Баланс. Капитал не учитывает средства, находящиеся на балансе участника, так как баланс – это личный кошелек участника. Баланс – это аналог счета в платежной системе. Его можно пополнить, с него можно запросить вывод средств. В личном кабинете участника капитал рассчитывается и отображается автоматически. Его можно увидеть на главной странице личного кабинета в виджете «Адаптация». Эта статья предназначена для бывалых и продвинутых участников, которые хотят разобраться в этом вопросе очень глубоко. Компоненты капитала. Капитал участника – это показатель, который зависит от того, сколько теты участник имеет в проекте, и он состоит из двух компонентов. Капитал равен капитал предоплаты, если есть средства на предоплате, плюс капитал выплат. Капитал в виде предстоящих выплат в графике выплат. Капитал предоплаты. Капитал предоплаты – это остаток на счету предоплаты. Каждая одна тета на счету предоплаты считается как 1,5 тета капитала. Капитал выплат. Капитал выплат состоит из суммы капитала предстоящих выплат по уже имеющимся активным программам взаимного финансирования участника, целям накопления, депозитам и рантье. Капитал каждой программы взаимного финансирования определяется на основе произведения двух компонентов – чистого капитала, который рассчитывается от размера выплаты, если преобразовать ее к депозиту, смотрите ниже детальные объяснения, и специального коэффициента, называемого фактором срока, который мы специально добавили для дополнительного уменьшения капитала программы в зависимости от срока до выплаты. Чем дальше выплата, тем меньше ее капитал. Давайте разберем это детальнее. Капитал программы, чистый капитал, фактор срока. В этой формуле чистый капитал любой выплаты, которая планируется на определенной неделе графика выплат, будет равен размеру вклада, который сейчас необходимо сделать, чтобы создать депозит с таким же размером выплаты на этой неделе графика выплат. Расчет чистого капитала. Для того, чтобы рассчитать чистый капитал одной выплаты, необходимо знать, как определяется доходность депозита. Для расчета чистого капитала мы используем формулу и не используем доходность, которую можно видеть в графике выплат. Так как доходность депозита в графике выплат иногда скорректирована вручную относительно этой формулы. Формула доходность депозита на неделе следующая. L – номер недели, для которой мы рассчитываем доходность депозита. N1 – недельная доходность депозита на первой неделе. N200 – недельная доходность депозита на 200-й неделе. Текущие настройки проекта установлены следующим образом. N1 – 1,222, что соответствует 2,22% в неделю. N200 – 1,135, что соответствует 1,35% в неделю. Эти настройки периодически меняются вместе с регулярным понижением доходности проекта, поэтому следите за новостями. Команда, в свою очередь, будет вовремя обновлять данных в этой статье. Например, мы имеем выплату в размере 1000 тет, которая планируется к получению через 20 недель, и нам необходимо оценить ее чистый капитал. Неважно, откуда взялась эта выплата. Это может быть даже депозит, который вы создали 180 недель назад, вложив всего 70 тет.
Но сейчас осталось 20 недель до этой выплаты и ее размер 1000 ТЭТ. Какой же чистый капитал у этой выплаты? Рассчитаем его согласно нашему определению. Для того, чтобы получить депозит с выплатой 1000 ТЭТ через 20 недель, сейчас необходимо вложить 606 ТЭТ, так как доходность депозита на 20 неделе составляет 165%. Применение формулы, изложенной выше, выдает D равен 1,65. То есть, вложив 606 ТЭТ, мы через 20 недель получим выплату 1000 ТЭТ. Это значит, что чистый капитал выплаты составит 606 ТЭТ, хотя 180 недель назад вы вкладывали всего 70 ТЭТ. Сейчас эта выплата имеет капитал 606 ТЭТ. Именно такая основа и вложена в идею подсчета капитала. Мы любую выплату в графике мысленно преобразуем к депозиту, который будет получен одновременно с ней. Типы программ. Для расчета чистого капитала, для программ взаимного финансирования различных типов, нам нужно знать выплаты по ним. Но программы разные по типу, и для расчета их капитала необходимо использовать разные выплаты. Депозиты. Для расчета чистого капитала депозитов мы используем размер выплат по депозиту, как она есть в графике выплат. Цели накопления. Так как по целям накопления не все взносы еще сделаны, то для взвешивания капитала и оценки, насколько потянет ее чистый капитал, мы должны взять в расчет только уже сделанные взносы по этой цели. Поэтому вместо полной выплаты по цели накопления, для расчета ее чистого капитала мы используем сумму уже сделанных взносов, умноженную на доходность этой цели. Для цели в отпуске суммой выплаты считается номинал. Рантье. Так как по программе рантье часть выплат уже может быть сделана, то для расчета чистого капитала мы используем не суммарную выплату по всей программе рантье, а только оставшиеся выплаты, которые еще не были сделаны. При этом выплаты по одной программе рантье находятся на разных неделях, и потому капитал каждой выплаты рассчитывается в отдельности. Капитал программы рантье равен сумме капитала всех оставшихся отдельных выплат по ней. Фактор срока. Коэффициент, который мы учитываем при расчете капитала программы, позволяет еще больше уменьшить ее капитал в зависимости от срока. Чем дальше выплата, тем меньше будет капитал этой выплаты. Мы считаем, что предстоящий срок ожидания выплаты уменьшает ее капитал, поэтому вводим этот коэффициент. Таблица. Этот коэффициент будет рассчитываться по довольно замысловатой формуле. Поэтому приведем ниже таблицу полученных по ней коэффициентов уменьшения капитала в зависимости от срока ожидания выплаты. Формула «Факторы срока», где L – это срок, который должен пройти до выплаты, график фактора срока. Пример. Приведем в таблице пример расчета капитала программы с выплатой размером 1000 ТЭТ на разных неделях графика выплат. Для этого понадобится рассчитать фактор срока и чистый капитал этой выплаты. Для выплаты 1000 ТЭТ. Карма. Капитал участника – это один из ключевых компонентов для расчета кармы. Разобравшись, как считается капитал, вы сможете улучшать свою карму через уменьшение своего капитала. Секрет увеличения кармы через уменьшение капитала очень прост. Вы можете самостоятельно отодвинуть выплату по программам на несколько недель, и капитал уменьшится.